Сегодня глава МИД Виталий Игнатьев провел онлайн-переговоры с вице-премьером Молдовы Олегом Серебряным. Главная тема – ввоз медикаментов в Приднестровье. Кишинев по-прежнему не пропускают препараты, которые не входят в молдавские реестры. Тирасполь и Кишинев ранее, казалось, выработали механизм, чтобы эти лекарства могли поступить в Приднестровье. Речь шла о российских и белорусских препаратах, которые существенно дешевле, чем западные аналоги. И вот сегодня Серебрян предложил пересмотреть ранее согласованный механизм, а также начал выдвигать политические условия, пишут на сайте МИДа. В результате диалога договорились до конца августа провести еще одну встречу по этому вопросу. Еще одна тема. На прошлой неделе Молдова приняла решение о запрете ввоза в Приднестровье после 1 сентября удобрений, не включенных в молдавский реестр. Виталий Игнатьев призвал пересмотреть эти ограничения с учетом засухи и существенного влияния на урожай, которое окажет этот запрет. Представитель Кишинева в ходе беседы не дал ответа на это предложение. На встрече обсудили еще одно недавнее решение Молдовы, чтобы приднестровские чиновники заранее сообщали Кишиневу о служебных поездках, в том числе через Кишиневский аэропорт. Наши дипломаты заявили, до сих пор непонятно, на какие категории лиц это решение распространяется. Виталий Игнатьев отметил, что приднестровских официальных лиц все чаще стали досматривать и допрашивать в аэропорту. Ранее такой практики не было. Виталий Игнатьев отметил, любые ограничения, ультиматумы и давление обесценивают роль переговоров, ведут к напряженности и развитию конфликта.